Здраво! Американский студент Картер Уилкерсон заключил пари, да не простое, а с крупной сетью быстрого питания Wendy's. Все началось с его обращений в Твиттере в адрес этой самой сети. «Эй, Wendy's, сколько ретвитов должно быть, чтобы есть ваши наггетсы год бесплатно?» Они взяли и ответили. «Но ты губу-то не раскатывай, может, еще вина красного, да бабу рыжую». Ну, на самом деле, они были более изговорчивы, хотя и назвали, казалось бы, баснословную цифру – 18 миллионов. Уилкерсон ответил, мол, вызов принят, и сделал скриншот этой самой переписки с просьбой помочь ретвитами. За один день ретвитов его записей набралось аж целых 800 тысяч. Мол, надо помочь голодному студенту, раз он настолько любит курицу. Спасибо, мистер Куриный Бог, за все, что ты дал нам. Куриные спинки, куриные попки, куриные ножки. Спасибо, мистер Кентукки. Ладно, теперь можно есть. И вот на сегодняшний момент твит американца стал самым цитируемым в истории. Почти 3,5 миллионов ретвитов. Предыдущий рекордсмен – селфи-популярный телеведущий Эллен Дедженерес, который она сделала с крутыми кинозвездами на вручении премии «Оскар». Но студент не только догнал ее по популярности, но и оставил позади, попав в книгу рекордов Гиннесса. На шоу она намекнула, мол, не с тем ты шутишь. Стой! Убью, студент! В итоге сеть Венди сказала, что и без 18 миллионов согласна на годичное обеспечение наггетсами. К тому же они готовы перечислить 100 тысяч долларов благотворительной организации по поиску приемных семей сиротам. Так что довольны остались все. Ну, кроме разве что куриц. До новых встреч!